Сегодня Международный день социального педагога. Они помогают решать проблемы взаимоотношений. Наш корреспондент встретилась с победителем республиканского конкурса «Лучший социальный педагог 2019». Хвалить нельзя, наказывать. Зачастую от того, где родители юного сорванца поставят запятую, зависит то, каким вырастет ребенок. Первое право, как мы родились, на что мы имеем право? На жизнь еще? Имя, фамилия и отчество. Совершенно верно. Несоблюдение обязанностей ведет к нарушению чьих-то прав. Третьеклассники школы номер 27 города Чебоксары из урока поняли, что знать четко свои права и обязанности – это очень важно. Я узнала о том, что у каждого есть свои права и обязанности, и поэтому нужно соблюдать устав школы. Внимание, поддержка и много-много любви. Воспитывая ребенка между кнутом и пряником, социальный педагог Наталья Иванова советует выбирать последнее. Моя задача, чтобы ребенок понял, что я прежде всего хочу помочь. Я могу всегда выслушать, как у них прошел день, какой урок у них сегодня вызвал какое-то затруднение, с каким учителем, может, возникла какая-то ситуация, то есть недопонимание. Атмосфера в классе тоже немаловажна. В гармоничном коллективе учителям легче вести урок. Ваш класс – это команда? Да, команда очень дружная. У меня очень много друзей в классе. Мы не деремся, мы не обзываемся. Коллеги и руководство полностью поддерживают молодого специалиста. Человек мобильный, в хорошем смысле амбициозный. И самое главное, что это очень хрупкую девушку воспринимают старшеклассники, дети с различными проблемами в воспитании. Она умеет находить контакт с любым ребенком. То есть дети к ней относятся с большим уважением. Это очень важно для воспитательной работы. Нередко подростки в школе сталкиваются со сложными ситуациями. Социальный педагог помогает решать многие проблемы. Проводит разные игры, рассказывает нам о разных ситуациях в жизни, помогает найти решение из этих сложных ситуаций. Она помогает каждому человеку понять себя, раскрыть свою сущность, понять, кто есть на самом деле ты. Пришел, увидел, победил. Наталья Иванова в этом году одержала победу в республиканском конкурсе социальных педагогов. Ее работа программа профилактики зависимого поведения заслужила самой высокой оценки членов жюри. Это очень сложная тема. Программа именно основана на том, чтобы открывать личностный потенциал, раскрывать ребенка. И это очень новое направление. Я просто пришла с тем, что у меня есть на душе, то, что я хочу показать, что для меня значит вообще моя профессия. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.